Здравствуй, мама. А вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года в Дагестане, где идет война. Под шумный взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шумный взрыв гранаты трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, ты не отступим мы с тобой назад. Молодые, мы приехали сюда, в Дагестан. И сейчас идет война, не забудем тех суровых майских дней и лица погибших парней. Большой взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Большой взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. А вот мой дембель, а вот приехал я домой. Здравствуй, мама. Я вернулся, я живой, посмотрел я своей матери в глаза, постарела же она. Под шумный взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Под шумный взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад.